И снова доброе утро, дорогие друзья. Краткий экскурс в недалекую историю. Итак, в конце 20 века появился такой термин, как хакер, а вместе с ним и киберпреступность. Кто это такие? Что это за люди? Они в сети интернет пользуются всеми техническими наворотами, взламывают секретную информацию и крадут. Ну, во-первых, крадут информацию в первую очередь, ну а потом уже, наверное, и денежки. Вот со всеми этими вопросами будем разбираться с очень опытным специалистом в этой области. Итак, дорогие друзья, спешим представить. У нас в гостях начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Республики Беларусь, подполковник Вадим Устинович. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Вадим. Очень серьезные вопросы у нас к вам накопились. Я думаю, всех телезрителей тоже это интересует. Все мы имеем пластиковые карточки, все мы пользуемся интернетом очень активно, особенно в последнее время. Так вот, как себя обезопасить? У нас, кстати, есть информация, что в Беларуси первое такое высокотехнологическое преступление было зафиксировано, если я не ошибаюсь, в 1998 году. Да? Троянский конь вирус назывался, и человек, злоумышленник, получил доступ к реквизитам пользователей интернета. Вот много ли подобных тогда было вот в начале нарушений, как это сейчас развивается? И расскажите, пожалуйста, о специальном управлении К, которая как раз-таки борется с такими киберпреступниками. Да, действительно, в 98 году, то есть, получается, 17 лет назад было зарегистрировано в Беларуси первое киберпреступление. Уже с тех времен, скажем, система органов внутренних дел озадачилась этой проблемой, потому как это было слишком новым, никто не знал, по сути, даже каких-то элементарных действий, что надо было делать. Как компьютер включить. Ну, кто-то задавался и этим вопросом. Вот. Но, тем не менее, в системе органов внутренних дел, а именно вот в министерстве, были подобраны соответствующие кандидатуры. Вот. Сформирована служба, которая была образована в 2002 году. Вот. Если уже отвечать на вопрос, поставленный вами, о том, сколько было таких угроз с момента фиксации первого правонарушения и до момента создания службы. Их было, отвечу сразу, не так много, вот, как, например, в текущем году. Ну и, в принципе, наверное, с 2009 года наметилась устойчивая тенденция к росту данной преступности. Проводится ряд профилактических мероприятий сотрудниками управления и территориальных отделов, вот, дабы снизить количество совершаемых преступлений. Вот. Тут следует еще отметить, что к высоким технологиям законодателям определены следующие виды преступлений. Это хищение путем использования компьютерной техники и преступление против информационной безопасности. Вот эти две основные составляющие, которые и гласят о том, какие преступления относятся к этому направлению деятельности. Ну, я думаю, что все слышали, и самые такие распространенные преступления, это когда вот пытаются воспользоваться твоей пластиковой карточкой, на банкоматы устанавливают различные мини-камеры, считывающие устройства. И сейчас вот спасибо, опять же, и вашим сотрудникам, что практически на каждом банкомате написано предупреждение о том, что обратите внимание, кто рядом и есть ли какие-то устройства. Вот как в этом направлении ведется работа? Меньше ли таких преступлений не стало связанных с банковскими карточками и банкоматами? Основное количество совершаемых преступлений в данной сфере это, естественно, составляют хищение путем использования компьютерной техники. Угу. И, к сожалению, основной проблемой совершения этих хищений является, ну, назовем, наверное, так, беспечность держателей пластиковых карт. Потому как их, наверное, самонадеянность обоснована тем, что каждый себя успокаивает тем, что, наверное, меня не коснется это. Угу. Вот. И порой записывают пин-коды все же на своих карточках. Кто-то идет, считает, что умнее, записывает мобильный телефон, вот, все пин-коды, которые в пользовании карты находятся. Вот. Но, как правило, когда теряется, ну, допустим, взять девушка, теряет сумочку, вот, со своим кошельком,
телефоном, в котором написаны пин-коды, да. Вот, к сожалению, уже бывает поздно. Угу. Вот. Но это, наверное, одно из небольших оснований для совершения преступлений. Вот. Из года в год растет количество фактов использования поддельных пластиковых карт. Вот вы в вопросе остановились на том, что в банкоматы оборудуются какими-то специальными устройствами, угу. видеокамерами, накладными клавиатурами. Вот. Скажу, для Беларуси, к счастью, это не представляет большой угрозы. Такие факты абсолютно единичны. А вот есть вообще рейтинг каких-то киберпреступлений? Что для Беларуси как раз-таки наиболее актуально? Наиболее актуально использование вирусных программ. Это, наверное, самая большая проблема всего мира, и в частности, и нашей страны тоже. Вот. Каждый, я думаю, и даже, может быть, и присутствующие в данной аудитории когда-либо становились, пускай не объектом преступления, но, тем не менее, когда-либо кто-нибудь-то получал на мобильный телефон сообщение рода, там, например, перейти по ссылке, нажми на кнопочку, скачать программку, ну и там что-то увидишь интересное. Вот. Людей порой очень интересует, что же там, что же там на всякий случай. Очень интересная информация. Конечно, да. Зайди по ссылке. Очень интересно порой. Вот, перейдя по ссылке, происходит заражение. Ну, а далее, как уже как последствия, это финансовые потери, либо в части оплаты услуг сотовой компании. Вот. Либо, опять же, потери друзей, если это в соцсетях, и от твоего имени кто-то что-то пишет или какая-то неправильная друзья информация. Друзья тоже страдают, тоже, конечно, тоже потому как просто. Вирус, вот именно если уже говорить о вирусе, который под мобильное устройство предназначен, то, к сожалению, еще и друзья, которые скачали все содержимое по этой ссылке, тоже становятся жертвой. Ну, мы боремся с этими проявлениями довольно успешно. Вот, ну и тему об этом хотел бы тоже отметить, что совсем недавно на территории города Могилева задержана преступная группа россиян, которые занимались вот именно распространением в масштабах нашей страны, да и России, специальных вирусных программ, которые блокируют браузеры пользовательских компьютеров. Вот, таким образом, работа компьютера заблокирована, и ссылка идет на экране на то, что Министерство внутренних дел проводило так называемый мониторинг. Вот, и в ходе того, что вы, как уже обращение к пользователю, заразившемуся, посещали сайты сомнительного содержания, вот, за это полагается штраф административный. Вот, ну, размер варьируется. Ну, в общем, как-то так получается. Люди, то есть, если подобное заявление поступает на компьютер, знаете, что вы заражены. Да, естественно, надо знать, что не стоит идти на поводу у мошенников. Вадим, вот. А мы еще слышали, что такое существует мнение, что разработка, опять же, этих вирусов – это не идея одного человека. Над этим работают целые большие организации, ну, наверное, конечно же, нелегально. И все для того, чтобы впоследствии людям, которые захотят себя обезопасить от вирусов, продавать выпустить дорого, антивирусы. Наверное, антивирусы. Слышали вы о таком? Ну, возможно, где-то эти два лагеря и работают в одном направлении. Вот. Но, тем не менее, учитывая, опять же, реалии, использование антивируса уже просто становится необходимым. Угу. Вот. Если кто-то их и разрабатывает, ну, эти люди должны прекрасно понимать, что эти действия противозаконны. Кстати, да. А что грозит таким людям? Может быть, они тоже смотрят сейчас нашу программу? Не исключаю, что и такое может быть. За написание вирусных программ законодательно закреплена уголовная ответственность. Согласно части 2 статьи 354
предусмотрена ответственность под до 10 лет лишения свободы. То есть вне зависимости от того, посмеялся там веселенький какой-то там... Ну, естественно, кирпичок, все зависит от последствий. Да, угу. Только от последствий зависит. Вот. Говоря о каких-то, ну, шалостях, ну, естественно, не стоит. Ну, опять же, вирусы разные бывают. Я ж, если, допустим, там какой-то экран переворачивается, ну... Угу. Вот. А где несутся материальные потери, это уже, конечно, совершенно по-другому все квалифицируется. Вадим, спасибо вам за интересный разговор. Мы искренне надеемся, что у вас немного работы станет меньше, и мы не будем страдать от такого рода преступлений. Еще раз напомню, кто был у нас в гостях. Начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Республики Беларусь, подполковник Вадим Устинович. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо большое за общение. Ну а мы, дорогие друзья, вместе с вами смотрим новости 24 часа, а потом сюда, в студию «Хорошее настроение», возвращаемся.